Вака-вака, Ну давай пройди, пройди там. А я отвернусь. Не смотри на него. Ну отвернись быстро. Да быстро. Нет. Он на тебя загрелся. Просто такой, чувак, ты че от меня отвернулся? Сейчас я подойду. Петров не вовремя ушел, тварь. Блять. Ты записываешь? Егор, отвернись. Такая же херня была с Ильей, блядь. Только я летом реально закричал. Давай, поднимайся наверх. Закрывай. Ты чё, зар? Собежать. Причем тут тоже с дробовиком, слышишь? Давай, поднимайся, куда ты идешь тут лестницы, я смотрю. Он по лестнице ничего не умеет подниматься, он лох. Это просто история цикличная. Вообще-то умеют подниматься. Нет. А когда... Ну, по этой, может, нет. Но до этого, помнишь, когда мы проходили... Двух заспавнили случайно в той локации. Они же не могли там залезть. А вот, ага, говоришь, не умеет подниматься, да? А это что? Он поднимается? Что, блядь? Он ж не умел подниматься. Давай пойдем быстрее сюда. Кого он? Заходи. Давай. Давай, давай, давай. Да мне похуй. Сука. Ты чё там делаешь? Чё приду? Бать, нахуй ты чё? Возьму. Паучий слащавый еврей. Ты по таймингу прям. Блять, я же завис от таких мелов. Сейчас это запишу. Я вернулся. Ща по уве даба-даба мальчикам веду. По 250. Глок. Еще по 250. МП7. Ребра нельзя, где-то еще глок, МК, ЮС, ЮМП, блять. А теперь можно подбирать оружие? Ну теперь да, теперь тут посетили все это. Слышишь, у тебя что, звуки занижаются, когда другие говорят? У кого? Вам не полно. Иди нахуй!